спрашивайте. Да я вижу, я спрашиваю, вы мне покажите свое лицо. Мне надо удостоверить, что это вы. Это я. Я не вижу лица вашего. Даже вот смотрите, вы как носите маску? Вы как вы носите маску? Вы посмотрите, как вы носите маску. Как? Ну, вы посмотрите. На лице, правильно? На лице. Сейчас смотрите, вы сейчас нас подвергаете опасности. Я поправлю. Смотрите. Угу. А будут страдать от общественного мониторинга все. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Значит, сотрудники здесь, так что можете сюда двигать. Да, вон там сотрудники. Но мы сейчас развернемся. Ну, от кольца, все, было понял, да? Вот сейчас мы развернемся к ним, так что двигайте сюда. Тогда. Где птичий рынок? Да. Они подумают, наверное, что мы там что-то там никакие не такие. Что-то с вами не так. И мне кажется, они сейчас стартанут сюда. Показались подозрительными, что сюда припарковались. На самом деле мы хотели спокойненько за фурой припарковаться, но фура успела уехать. Да вот. Чтобы не тревожить, так скажем. Они, видишь, как сразу осторожно идут к нам. Ну, очень насторожились. Ну да, да. А ты пересядь сюда. Да ладно. Выключи музыку. Просто остановился. А? Просто остановился. Телефону разговаривал. Похож на употребляющего? А? Похож на употребляющего? Все употребляющие. Прям-таки все. Так-то? Хватит вам. Потому что ни разу не выпивал. За рулем? Ни разу. За рулем, просто. Не, ну просто, естественно, на праздники выпивал. Говоришь. Нет, ну вы так говорите, как будто я выпивал. Вот мило пообщались. Он меня не срисовал. Как так странно? Не заглянул даже сюда.
Пробил почву. Полевно к ним становится. Не, да это если подъезжать, просто подъезжать к ним и все. Поехали теперь, подъедем туда. Встанем. Встанем? Да, 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 да. Ты прям там, где они стоят, туда прям подъезжай. Он уже прям по территории даже покататься. Ну, прям можно здесь встать, вот прям слушай, вот сюда, прям. Слушай, идеальное место. Вот прям носом, носом прям сюда становится. Он даже повернулся. Вот сейчас, мне кажется, подойдет еще раз и спросит, что-то вы какой-то странный. Может быть, на вас оставит протокол сейчас? Да, Андрей? А, да, как на, ну, как вот здесь, да, от этого, как от кольца на Масловку. И здесь увидишь экипаж, мы прямо вот здесь вот неподалеку от них. После заказа заправки сразу. После сразу заправки, мы тут на территории заехали, прям напротив них. Давай. Вот и Антоха. Не поехали они за нами. Что-то не двинули куда-то. Что-то перетирает. Давай-ка развернись-ка туда, подъедь. Доброй ночи. Доброй ночи. Инспектор ДПС в нашей резиденции. Вы будете добры для проверки? Зачем? Проверка документов. В чем связано? На наличие
Водителя, водительский прав. Согласно пункту 8.4.13. Разрешите. Шо? Можно маску? Зачем? У нас масочный режим. Масочная есть, правильно. Но это, я не это вижу, маска. Это маска. А как я знаю, то, что это вы? Все серьезно. Вот правнись, правнись, спроси, что там, правнись. Спроси, что помочь нужно. Если что, помочь нужно, не? Да не слышу, так это. Что случилось? Да я, может, что-то помощь какая-то нужна. Не надо, все нормально, да? Прокани здесь туда рядышком. Масло, поверьте. Снимайте. Зачем? Чтобы удостовериться, то, что это вы. Это я. Нет, я это я буду исполнять, когда я вас приму заявление. Я, да. Я это вы. Нет, я это я. Я это вы. Да. Я-то не вижу вашего лица. Ну я вашего тоже не вижу. Моего? Ну, масочный режим, правильно? Я в маске. Ну вот, я тоже в маске. У вас маска должна быть вот такая. У меня маска такая есть. Ну, а как я узнаю, то что вы? 13. Правильно? Поверьте на слово, что это я. Да и на слово никто не верит. Работа у нас такая, проверяй. У нас тоже работа такая, да? Проверяй. Ну, то он есть. Ну, снимай, да, давайте, посмотрим. А если вас заражу чем-нибудь? Что-что? Если вас вдруг заражу чем-нибудь. А чем вас заразить? Ну, вдруг я болею. А вдруг вы болеете? Да я не болею. Ну мы же не знаем. Не надо светить сюда. Вы нас снимаете, да? Не надо себя светить. А? Не надо светить в камеру. Почему? Зачем мне светить? Да я вижу, я спрашиваю, вы мне покажите свое лицо. Мне надо удостовериться, что это вы. Это я. Я не вижу лица вашего. Снимите балаклаву, чтобы удостоверились. Это не балаклава. А что это? Это маска. Это балаклава. Это подшлемник. Это подшлемник. Вот у них, у ребят, балаклава, у меня подшлемник. Антон Евгеньевич. Антон Евгеньевич, в чем проблема заключается с ним балаклавом? Куда слиться? Это не балаклава, это маска. Страховой полис есть? Есть, есть. Вы не листайте. Попросили права. Почему проводить? Зачем листать? Листать? Да, да вы листаете. Вы могли мне предоставить согласно пункту. Давайте я права вам передам. ПДДР, входите. Я вам права передам. Вы мне вот так выдали, я правильно? Вам сейчас права передам. А страховой полис есть? У меня же там деньги тоже есть. Страховой полис есть? Есть. Давайте, доставайте страховой полис. Что, в чем проблема? Проверка документов. Резко поехали за нами. Зачем? Потому что подозрительная машина показалась. Чем она подозрительная? То, что вы в маске. Чем дает цель? Работа такая. Есть у нас работа, проверять подозрительные все машины. Я знаю. Пойдемте. Здравствуйте. Как у вас дела? Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось-то? Что случилось? Да. Да мы вот гражданин в маске. Так. А нам надо проверить документы, правильно? Удостовериться, то, что это он, правильно? Так. Ну, вот как так? Ну он сейчас снимет маску, не дай бог, что ну. Случится. Вы даже вот смотрите. Вы ну, как носите? Маска, ну, вы он как вы носите маску? Вы посмотрите, как вы носите маску. Как? Ну, вы посмотрите. На лице, правильно? На лице. А на что должно прикрывать? И нос, и рот, дыхательные пути. Для чего она создана? Правильно вы сделали, сейчас поправились. Вот. Она должна прикрывать дыхательные пути, верно? Я поправлю. Да нет, вы сейчас подвергаете опасности всех нас, в том числе и меня. И водителя. А если он снимет маску как сейчас? Как мне узнать, что это водитель? Вы узнали, что это водитель, он же управляет транспортным средством. Управляет, правильно, он так, дал какой водитель, верно?
Он вам передал, он обязанность свою выполнил. Обязанность есть у него сейчас снять маску. Ему не разрешено снимать маску. А как мы узнаем, что это? А вот такая вот ситуация. У нас в стране такая ситуация. Ну, коронавирус. А если сейчас не он? Люди пьяные. В смысле не он? Ну, покажи носик, похож ты? Ну, можно вот так. Носик все, да. То есть, а губы вдруг другие? Нет, ну другой вопрос, правильно. Ну, мы с глазами мы видим. Я понял. Ну, вот сейчас смотрите, вы сейчас нас подвергаете опасности. Я поправлю. Смотрите. Люди пьяные ездят за рулем. От них пахнет перегаром. Они маску не снимают. Непонятно, пьяный он, либо он попшикался антисептиком или спиртом. Как антисептики же пользуются. Есть признаки. У него есть признаки. Пахнет когда человек в маске, а признаки, это когда человек говорит, что машина проснулся правильно. Ну, что там есть? Нервная верно. Ну, в общем, все хорошо. Да. Все хорошо. Наша просто работа, он проехал, развернулся, показался подозрительным. Да, он подъехал к нам. Я сюда ехал. А, ну, все. Вот поехал. Вам подозрительно. Белка пробегает, все там хорошо. У нас же масочный режим, согласен, поэтому мы все в масках. И ребята молодцы, все в масках. Обеспечивают вашу безопасность. Можно из машины выйти, не люблю, когда люди стоят, а если... Нам поступили многократные, многочисленные жалобы по поводу левобережного взвода, что ужасно, ужасно ведут по отношению себя, в общем, к людям. Не, не конкретно вы, а вообще взвод. Несколько, какой-то конкретный экипаж. А будут страдать от общественного мониторинга все. Мы культурные, правильно, с вами. Ну, все нормально абсолютно. В общем, даже инспектор подошел до этого, абсолютно нормально подошел. Потому как раз свернул потом сюда, а вдруг пьяный. Мы все правильно проверили, все абсолютно верно. Даже никаких вопросов. И поэтому так и должны лицо. Делать. Раз мы должны посмотреть, правильно увидеть, то, что это он. А так в глазах он дал ваши права водительские удостоверения. И не поймешь, он или не он. Поэтому в стране коронавирус. 28-12-91. Номер водительского удостоверения. 398-285. Просто без маски узнал сразу. Да. А мы же не скрываемся. Ну, во-первых, мне тепло. Нет, согласен. Очень хорошо. 36. Это еще не холодно. Ну да, нет, сейчас прям комфортно. Просто куртка легкая, а в маске как-то все согревается. Все верно? Есть. Где сейчас вы вообще вот так находите кривых, если сейчас питейных заведений все по дворам лазят? Но ездим, сколько мы объездили, у нас вечно все впустую. Сейчас и, вот... и мы патрулируем везде так же. Я думаю, вот эта машина у вас. Ну да. Уже встал, раз, ехал, прижался. Мы хотели за фурой, как бы, а фура успела уехать, чтобы как бы не сильно вас напрячь. Все удачи. Счастливо вам, ребята. У нас масочный режим. Скажи, пожалуйста, Антон. Ну, теперь все знают, что все-таки под этой маской меня, Антон. Меня распознали. Скажи, пожалуйста, с самого начала, когда он тебе подошел, что он тебе представился там все это? Представился. Не показал удостоверение, но в целом лояльно, на вы. Без всяких проблем, как и должно быть. Ты поинтересовался, зачем он документы? Зачем, да, поинтересовался документы, проверка, подозрительный автомобиль. Ну, в принципе, он сразу сказал, что ему не понравилось. Я остановился там, они увидели. То есть подозрительные какие-то, действия какие-то. Да, увидели нас, скорее всего, станции. Отреагировали. Да, и они начали реагировать. В принципе, выполнять свои обязательства и обязанности. Общение их было вежливо, да, с тобой? Были лояльны. Просили снять маску. Культурно просили? Да. Мне интересно, сколько бы это длилось бы, если бы они просили, а мы не соглашались бы. Но ты видишь, как ты показал носик, то есть ты маску не снял. Ну да. Но они молодцы, они очень достаточно так сразу тебя опознали. Сразу опознали и пытались установили личность. Да, да, да. Пытались уговорить. По носику у них получилось меня. У тебя носик запоминающийся. Не, молодцы, ну что тут, мы на самом деле, чтобы было понимание, мы не молодцы, мы не троллим сотрудников полиции, нет, да, просто нет, такая ситуация возникла, мы осуществляли общественный мониторинг, сначала скрыто, потом открыто, но тем не менее, в общем, вот они проявили себя достаточно молодцы. Оперативно, лояльно.
Да, и в такой ситуации стрессовой, назовем так. Да, да, да. Но они достаточно мягки, наверное, были, да? Насколько это возможно в их службе. Кстати, сравнить с левобережным взводом, это... Ну, вот левобережный вот этот взвод. Лояльные. Лояльнейшие сотрудники, которые еще... Ты имеешь в виду в самом взводе, по сравнению с другими? По сравнению с другими, которые нам попадались на левом берегу, которые стоят и несут свои... свою службу. Вот благодаря которым, вот так скажем, нерадивым сотрудникам в конкретном левобережном взводе проходит сейчас этот мониторинг. Ну да, и если будут поступать дальше обращения граждан, жалобы в каком-то из взводов на какие-то конкретные экипажи, будем реагировать, будем проводить опять мониторинги и в этих районах, в этих взводах. Что еще делать нам? Да. Что остается нам делать, пока кривых мало можем поймать? Будем реагировать на те обращения, которые есть от граждан. Учите вежливости, лояльности. Да, чтобы были терпимы к людям, потому что все-таки они слуги народа, тем не менее, как бы, как ни крути. Конечно. Они на защите общества, нас с тобой, вот нас с вами всех. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Я очень надеюсь на вашу поддержку, ведь вместе мы сила. Распространяйте этот сюжет и не забывайте ставить палец вверх. Комментируйте. Всем до новых встреч. Ждите новых выпусков.